Ну, привет. Ну, здорово. Чё, где кого снимать? Зачем? А я чё, тебе раз не написал, с кем ты будешь снимать? Не писал. Ну, здравствуй, Typist Universe. Жалко, что ты не дочитал сообщение, ведь сегодня именно я буду с тобой жрать эту дрянь. Насчет этой дряни-то. Товар с собой? Йоу, мистер Typist Universe, товар с собой? Да, дрянь с собой. Пахнет как смерть. Сейчас бы закрытый пакетик не хочу. Это уже придирки. Вот, открытый, доволен. Ну-ка попробуем. Да снизойдет ад на этот мир. Дядь, не надо! Не надо, дядя! Остановись! Дурак. Пакетик порвался. Остановись, пока не поздно. Не надо. Мы дошли до точки невозврата. Нет. Какой же ты что? Ой-ой-ой! После вас прошу. Оператор. Чего? Нет. Где ешь? Почему я? Хотел, но нет. Ой, все понятно, стекло. Слышь, стекло, да подожди, ну конечно. Вера, не надо. Так, во-первых, оно готово. Тут вы видели, что было, а тесто обычно дрожжевое было, поэтому он взлетел. Это пицца-пирог получился. Это пирог. Ha ha ha!
Нет! Ты не сломал. Твоя палка ничто по сравнению. Ладно, все, нахуй. Нет! Дверь, пожалуйста. Тут у нас ничего особенного, короче, ладно, давай дегустируй. Дегустируй. Как я буду есть, мне пойти? Дегустируй давай! Я еще дегустирую. Вот такой вот кусочек. Аж прям. Вообще аппетит пропал. Открывай рот. Не открывай рот. Не открывай. Живо. Посыди. Ну что, вкусно? По-моему, да. Сначала было хорошо, но потом попал перец. Я не знаю, орех ли это. Ладно, давай я тебе. Кусай. А такое нормальное. Пятый орешек ощущается. Мы, кстати, вторым хотели начать. Ну, потом закончим. Ты вот сейчас прям чувствуешь, неплохо. Орешек не чувствуется? Орешек, видимо, он в середине пиццы. Смотрите, пахмайн. Пахмайн, вака-вака. Вака-вака, мазафака. Если думаете, что я съел только что огурец, нет, я его выкинул на пол. Вот вы жрете, а вот меня. Как же здесь много теста. Очень много. Ой, хорошо. Давай, пошла родненько. Вам молоко принести? Подожди. Когда вы будете в это... В конвульсиях валяться принести. Сейчас должна быть песенка из этого. Из москитов. Да. Не, я думаю, ну, я это поставлю, да, но на заднем фоне будет музыка из Рэйма Норринга с этим. Особенно, мне все время нравится там конец этого припева. Типа, сегодня... Не-не, типа, in my mouth and tomorrow in my butt. Ты никогда не слышал, да? Я не слышал, как в Рэймоне третьем тоже вот это, что я вчера слышал. Так вот, я же говорю, там, он говорит, типа, сначала, типа, сегодня у меня во рту, а завтра у меня, типа... Задница. О, детская песенка. Это же укус 87. Пиццу надо выкинуть. Не, ну, кстати, тут, кстати, ничего не было. Я, видать, орех пятый все-таки хапнул. Если бы хапнул пятый орех, ты был бы мертв. Ты недооцениваешь, насколько я быстро бы уже сдох. Ты вроде что, бессмертное существо, нет? Не знаю, я по светам сижу, а меня свет гасит вообще в идеале. Не канон! Все. Испарись отсюда. Дубль 2. И что ты будешь один всю пиццу жрать? Ладно, вставайся. Вот, видите, он не жадный. Но донат требует, как тварь. Неправда. Все приходите на его ответь. Я там часто говорю. Осуждаю! Я бы осудил, но я не на Твиче, поэтому... Да. Я добрый. Только ты не знаешь, что это Дипоша будет смотреть, возможно. Который... Надо будет это... не забыть запикать, кстати, действительно. Ох. Чё, хапнул? Чё-то, ладно, я тоже хочу поесть. Блин, так смачно чапкаешь. Смертью. Да. Из-за того, что помидорчик горячий, он прям, походу, ещё то, что сочный, он соус прям себе впитал. Помидорчики, это прям жесть. Мне масло падает. Нихера себе. Ты еще ты взял маску, растянул. Ну молодец, Сань, ну ё-моё. Ну ты зачем за резинку держал? Ты бомбоклад. Ой, хорошо. Аж прям слезки текут. Ты как? А?
Нормально? Нормально. Ой. Ё-моё. Юра, положи винтовку, пока она у меня оказалась. Это похоже на бухло стрим у Руди. Ты чё? Если вы закиньте 30 рублей, я его ударю по мушке. А, да, нет. Ты есть дальше будешь, нет? Возможно, не отрицаю. Я с этим ТикТок видел, точно. Что там твое лицо видно? Я знаю, но нужно паузу. А, ну не на паузу! Вот мы и спалили его. Да. А можно? Такие салфетки. Да нет, сум салфетки. Да мне руку надо вытереть, не тебе. Как? Ой, я выпрямил кусок пиццы. Облизал палец, он все острее и острее. Он не должен становиться менее острым. Ты зачем облизываешь свой палец? Эротика. Подожди, мне маску надо починить. Ты, блин, мне ее растянул. Теперь мы все знаем. Я подавился, как пи***ки. Заткнись. Уши другие на растянутое лицо. Ну слушай, так чисто неинтересно. Император, тащи соус. Соус притащи. Вы так всем хотите сюбицу? Задуген младший, иди займись этим, пожалуй. Сиди. Я пойду. Папа, ты куда? Папа, вернись! Папа! По-моему, ты мама. Ага, а он мой соус несут. Дай-ка. Надо бы чуть быстрее сделать, то что-то как не очень. Где же другим? Сына моего оставь. Который не сына. На самом деле у меня какой-то прыщ выскочил. Он дочь. Вывалился оттуда. Он дочь. Красота. О, красный. Ты сейчас сдохнешь. Он черный, какой красный. Он бордовый, дальтоник. Ай. Осуждаю. Дальтоников и поддерживаю. Не понял. Фух, сейчас будет вкусно. Да, поли меня соусом, боже. Я опять в сани не попал, ну как так? Я в него карандашом кинул. Ой, о. Он. Ой, ой, ой. Ох, вот это я понимаю, пошло. Вам молоко принести? Когда вы сами будете... Ааа! Там тот лысый смайлик. Ой, без пропуск. Почему я сижу один страдаю, я не пойму. Да потому что... Я знал, что туда пятый орех засунуть. Я думал, типа, это дизнац, типа, ха-ха. Ну, это не дизнац, это дизнац. Ну, ты давай, сейчас сверху соусом полей. Это дизнац. Ой, нет, да сохранит мне огонь тьмы. Только аккуратно. Нет, 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 я сдохну, я сегодня сдохну. Мужики, бухана. Ну это ж черная жижа, но он же больше черный. Больше он снимать не будет. Так она теперь будет называться только еды, и все. Его жена, наоборот, должна... Ой, ты что такое? Ох! Ты что-то кашлял, он в горло вылезло. Вот этот дай. Но дает дошиком говяжьим. Вот это. Из чижика? Из чижика вот это, ну, да? А, я помидорку хапну! А, мне в нос взяли! Юра, быстрей! Я как чувствую, что я умираю. Ну, и что-то такое. Ой, блин! Ты что, глаза протер? Я не протер глаза. Я наконец-то почувствовал орех.
Зорис, так салфеток на, вот держи. Если кто не верит, что я жевал пиццу, посмотрите вот. Бэкстейдж на Бусти. Дианон на Бусти за 2000 рублей. А за 2000 рублей я его ударю по мужски. Нет, кстати, из-за того, что ты его растолчил, он не такой жесткий. Если бы мы его съели бы в сырую... Если бы мы его съели в сырую, мы бы уже тут мертвые лежали. Вы бы лежали и били. Мы бы были бы, как ты вначале. Только... А вначале, смотрите, тут стоп, потом стоп. Ребята, если вы заболели, у вас насморк, астма и еще у вас непереносимость острова, обязательно попробуйте такую вещь, как Дезнац. Ты больше ешь, чтобы тебе еще кусок пиццы осталось. Дезнац 5 уровня. Нос пробивает. Я тоже. И никаких последствий. Это потому что жрать хочешь, видимо, я не знаю. Я... Сейчас вы слышите редкие звуки, как... Принеси орешки. Принеси орешки! Нет! Принеси орешки. Вы из дома! Не, мы 5 уровня не будем, мы 2 уровня сидим. Чисто закуска пива. Итак, вот это вот тоже пиво, да? Корневое, хваленое. Ирина, что если взять, короче... Орешек, махнуть его в этот соус. Да, упорёт! Глаз вот такой. Больно было? Нет! Ну я смотрю то, что глаза стоят. А при чем тут? Бери свой палец. Фу. Отвратительно скользкие черные пальцы. Я помню, у нас в школе, когда... Ну, смотрите, я вот столько уже сидел, и еще столько же не осталось. Ну, тарелку уже поставить, кстати, да. Вот это обленье. Если что, сейчас... Ой. Для детей это свежий нельзя. Подожди, я только прожевал пиццу. Молодец, давай. Да-да-да-да. Ты сейчас пока подождешь, пока уйдет острота, тебе будет еще хуже. Да. Давай, чокнемся. А ты все-таки соус машину добавишь чуть-чуть. Давай. За подписчиков. За подписчиков? За подписчиков. Юра. Давай, за подписчиков. Давай, 10 секунд жуем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Мы ставим. Я вижу, как у тебя там на глазах слезы наворачиваются. Не. Ну, кстати, нормально. И ему просто маркером нарисовать слезы. Можете молоко принести? Нет, не думаю, что посидим. А ну посидим. Вы сейчас все здесь сдохнете. А знаешь, что самое фиговое? Что он на зубах открывает? Кстати, такое ощущение, будто орех перебил соус по итогу. Орех как будто важнее, чем пицца. Ну да, мы же растолчили орех. Ты же понимаешь? Смотри, вот условно. Возьми 2 хлеба, и спихни между ними орех, и съешь так орех. Он даст меньше эффекта, чем ты его съешь сухой. Вам молока принести? Ну, хорошо. Надеюсь. Давай сейчас он запьем. Как хорошо, что я обрую выжу. Jump right to the be happy. Don't worry, be happy now. Ты вытащил все куски ореха из зубов. Жизнь удалась. А если бы это было 5 уровней, мы сидели бы здесь уже час. Мы бы ехали в больницу уже час. Как бы все, там дальше 2-го мы не пойдем. Да. Мог бы быть первый, но первого нет уже, мы его съели. Может, ну, как третий хотя бы. Вот он что, соус уже, Юра, отстань.
Подпишись на его канал. Да. Подпишись на мой канал, ссылка в описании. Да, ссылочку в описании на Twitch, на YouTube, там он YouTube не смотрит. На Twitch, YouTube, мой TikTok. Ну, как мой TikTok, его... откуда у меня ссылка на твой TikTok? Найдешь. Подпишись на его YouTube, TikTok и Discord. Да. Все ссылки в описании. Да. Всем. Всем до свидания, Ниша. Ну, короче... Всем удачи, всем пока и да храни твою слонь тьмы. Нет. Чё, где кого снимать? Зачем? Нет, не писал. Ну, а что сказать? Не в ту сторону. Сходим! Говорят, что в секонд-хенде не херами. Смотрите, как я тут гачанги урвал. Ты как снимаешь? Так что не так? Я тебе сейчас палец отрежу. Не лень ее натирать. Его, кого, того, запомни, кого меня деда. Ты дурак. Я сейчас хотел нос вытереть, я не вытер благо нос.